Производные делятся на два типа. Первое – это теоретические, связанные с графиками. Есть практические, то есть алгебра подсчет. По-практическому. Есть такой метод – метод дифференцирования. Это способ найти производную. Звучит метод дифференцирования так. Число в n-ной степени, если мы кидаем в производную, это будет, то есть степень его скидывается в коэффициент и в то же время понижается на единицу. То есть приведу пример. 4x во второй степени, двоечку скидываем. Да, и понижаем степень на единицу. Получится 8x. Понятно? Вот чтобы из обычного числа получить производную, мы пользуемся методом дифференцирования. Из производной получить обычное число, мы пользуемся методом интегрирования. Нам, слава богу, проходить не нужно. Там ничего особо сложного нету, но там более геморройнее, скажем так. Нам нужен только метод дифференцирования, то есть когда из обычного числа мы находим производную. Вот, ну, вот главное, что тебе нужно вот эту формулу. Хорошо, Степень я скидывается в ее записал. коэффициент, степень, да, молодец, степень скидывается в коэффициент и понижается на единицу. Вот, все, что вообще есть в этой теме, по сути. Число 4 кинем в производную. 4 можно представить как 4 на x в нулевой. x нулевой — это единица. Скидываем степень. И понижаем степень на 1 у икса. При умножении любого числа на 0 будет 0. Поэтому любое свободное число в производной будет равно 0. Понятно? Свободный, значит, у которого степени нет. У которого нет икса. А, понял. Если, например, 4x. Если степень не записана, это первое. Кидаем в производную. Что получится? Единичку скидываем в коэффициент. Степень понижается на 1. Будет просто 4. То есть Да. просто какое-то количество x остается только коэффициент. Вот если вкратце. Это если число с коэффициентом, но нету степени. Да, если степень написано 100x в 300 степени. И так всегда, Да. 300 скидываем, умножить на 100x. И понижаем степень на... Понижаем степень на 1. Будет в На один. 200, 299 степени. Получится 30 тысяч x в 299 степени. Посложнее. Например, корень из x нужно кинуть в производную. Что такое корень из x? Как его по-другому Это записать можно? У x какая ну степень? первое У корня? тоже первое. Нет. Корень, как тема называется? В 8 классе. Квадратный. Квадратный корень, значит степень здесь какая? Вторая. Вторая, значит как по-другому записать можно? О, сейчас это была тема, проходили это. Получается, x целых 1/2. Нет, x в степени 1/2. Никаких А. целых. Просто x в А, степени все. 1/2. Да-да-да. Теперь работает метод дифференцирования. То есть 1/2 мы скидываем, верно? И понижаем степень на единицу. Значит, была 1/2, x станет нулевой. минус А. 1/2. Минус 1 посчитаем, понижаем степень на единицу. Да-да-да, я не задумался. О том, что там 1/2 степень. Отрицательная степень переворачивает дробь, поэтому получится 1 делить на x в 1/2. А что такое x в 1/2? x в 1/2 это корень из x. Корень из x. Вот именно поэтому корень из x в производной будет вот такое значение. То есть вот этот, опять же, маршрут не нужно будет каждый раз пояснять. Я тебе просто показываю, как работает метод дифференцирования, да?
но вот, в целом работ линия в производную. Как можно 1 делить на x по-другому записать? X в минус 1? X в минус 1. Делаем метод дифференцирования, то есть минус 1 скидываем в коэффициент, понижаем степень на единицу. X в минус 3. Перевернем x. Именно поэтому 1 делить на x в производной будет вот такое значение. Понятно? На корни из x можно рассмотреть, да? Вот, вот есть общая часть, да? А есть внутренняя часть. Вот если производная внутренней части равна единице, да, вот как, например, здесь, производная от x, если что, да? Это единица будет. Ну, то, что 1 умножить на x, там вот это все, да? Единичка скидывается, просто 1 будет, да? Вот если производная внутренней части равна единице, да, вот здесь, видишь, производная внутренняя часть равна единице. Производная внутренняя часть равна единице. Тогда это формулы простые. Вот если производная внутренней части не единица, то она раскладывается по сложной формуле. То есть, давай специально какую-то букву использую, да? Производная t, если t сложная, получится 1 делить на 2 корень из t, и нужно все это еще домножить на производную из t. Понятно? Вот. То есть, давай покажу. Корень из 2x плюс 3. То есть, видим, да, что здесь сложное будет, не единица, понимаешь? Производная 2x плюс 3 будет 2. Ну, могу пояснить, да? 2x плюс 3. По производной. Производная 2x. Как бы просто остается коэффициент от двоечка, производная от свободного числа будет 0. Понятно? Да. Вот. Ну да, вот здесь вот я пояснял, что вот производная 4x будет 4 равна. Свободного числа это 0. Да, свободного числа это 0. Поэтому, раз здесь сложное, то в конце мы должны будем домножить на вот эту двойку. Получится, что 1 делить на 2 корень из вот этого. Тут мы переписываем как по формуле. Но кроме этого, должны домножить на производную от вот этой внутренней части. Ну, то есть на двоечку. Домножить на 2х плюс 3 производную. Понятно? Да. То есть беру эту простую формулу и просто домножаю на производную. Если это не простая формула. Если простая формула, мы просто пользуемся формулой. Если внутренняя часть сложная, да, то мы домножаем на производную внутренней части. Вот как в формуле здесь написано. Вот домножаем на производную внутренней части. Давай еще. 1 делить на 2... на 2х. То есть производная, вот как бы вот это общая, да, дробь? Видишь? А вот это внутренняя часть ее, видишь, отдельная, да? Да. Вот здесь производная внутренней части будет не единица. Все, что не единица, это сложное, да? То есть по формуле что у нас будет? Минус 1 делить на 2х, и все это в квадрате, обязательно в скобочках. Ага. И теперь мы должны домножить на производную 2x от внутренней части. То есть на 2. Минус 1 делить на 2х в квадрате. Понятно? Да. Нет. Ты вот просто ну, то есть вот это все ты в производную находишь. Просто вот что у тебя от этого получилось, что от этого получилось, что от этого получилось. Ну, не нужно писать, что ты кидаешь это все в производную. Но просто все в целом кидаешь в производную. Все понял.
12t. Все верно, да? Угу. Ну, двойку скидываешь, понижаешь степень на 1, вся тема. 20 минут об этом рассказывал. Нет, не так. Сейчас. 48 просто. Минус 48, не 48. Вот так? Вот у тебя написано минус 48. Ты просто сказал 48, а это не 48, это минус 48. Не, я думал, ты смотришь на меня, было типа писательное число. Ну вот. Ну, плюс... Минус 4t в кубе, да? 4... Там математические расчеты, это там... Я понимаю, сложно считать. Ну, я... У меня же плохо. Да-да, 6 на 3 там вообще жестко. Ну, мне так лучше, чтобы не ошибиться просто. Просто 5. Тут можно ничего не сказать. Да. Производная от свободного числа 0. Здесь. 1 делить на 2 корень из x плюс 2. Угу. Только корень под всем. Угу. И надо домножить на производную. А на какую? На 2? Нет, нужно производную от внутренней части. А, вот, домножить на производную от x плюс 2. Так. Угу. Производная от x плюс 2 чему будет равна? Двум. Почему? Коэффициент вылетает. Какой коэффициент? Ну, x пропадает. Нет? Не так? X это 1x. X плюс 2, или как? Найди производную от 1x плюс 2. Это 20 минут повторял одну и ту же формулу. Степень кидаешь коэффициент, понижаешь степень на единицу. Вот все, что я вот весь урок рассказывал. А, двойка. Двойка просто. Как? У тебя это получилось? А, 1 умножить на x. Давай я спешу. Давай. Ну, пофиг, переписал просто. Сейчас. Получается, здесь степень первая, я ее кидаю вниз, здесь x, степень минус 1, получается, будет 0, а x нулевой это 1. И плюс 2, 1 на 1 будет 1, а 1... Нет. Во-первых, у тебя было первоначально 1x. Нужно было единичку тоже написать. Угу. Дальше. Теперь. А, я это что-то тоже думаю. Сейчас. Не надо... нужно отдельный штрих здесь писать. У тебя штрих за скобкой стоит. Я тебе 3 раза повторил. Ты все это значение кидаешь в производную. Вот, перед скобкой штрих стоит. Да. Теперь плюс производная 1 двух. 1 умножить на 2. В... Нет. Нулевой. Нет. 2 можно представить. Я пояснял, как x 2 умножить на x нулевой. 0 скидывается. 2 на x минус 1 будет равно 0. 0. Любое число свободное 0 равно. Любое число с x остается лишь коэффициент. А, тут тогда вообще можно ничего писать, это же плюс 0. Поэтому производная от этого будет равна 1. Именно поэтому, да, потому что на 1 нет смысла умножать. Угу. Когда производная равна 1, нет смысла домножать на вот эту производную, понимаешь? Да, потому да. что здесь единица выходит. Если бы там вышло что-то другое, то домножать нужно. Поэтому здесь этого делать не нужно, окей? Да, понял. Чудно.